Я снимал людей, которые ушли из общества и живут в полном одиночестве, вдалеке от цивилизации. А, снимал я по России, это Сибирь, Алтай, Урал, там средняя полоса России, вот, также часть немного Украины, вот. Проект о обществе, вот, о идентификации себя, ну, самоидентификации человека в обществе, как-то так. И про конфликт с обществом в какой-то степени. Родина. Хороший вопрос. Не знаю, но... ну, да, родина — это что-то, что как-то с близкими какими-то культурными кодами, стандартами, которыми ты привык с детства. Вот. Да, мне кажется, фотография, как и любой медиум, как и слово, как и литература, как и кино, как и живопись, так или иначе что-то говорит людям. Вот. И цель моих фотографий, которые я делаю, не давать ответы людям, а скорее задавать вопросы и побуждать их к размышлению. Ну вот, наверное, окей. Да, это очень интересно.